Да ну, так он любит, попивай, вот еще вода заканчивается. У тебя на улице льется просто, да, вот это, да. Где? Вот это вот. Вот, давай. Да, да, подбивайся, подъезжай быстрее, подъезжай, давай, дай. Давай, я как пошел туда, там кто у тебя еще работает? Ну, давай, ты! Ты сейчас первый счет? Да. А поднимайся, подушку, поэтому кто-то кого-то подогревает. Понятно. Примерно в 15 часов с небольшим поступил сигнал о том, что пожар в 18-й школе. Выяснилось, что на втором этаже в кабинете иностранных языков загорелась проводка. Причина загорания устанавливается сейчас сотрудниками пожарных служб. В настоящее время пожар локализован, жертв нет. По обстоятельствам разбираемся.